Схем мошенничеств, так же как и случаев, становится все больше. Одной из удочек для мошенников является желание людей быстро заработать много денег. Так попалась на удочку мошенников одна из женских семей. Супруга молодого человека вела свою страницу в Инстаграм, и в одной из реклам ей предложили пройти тест, в завершении которого запросили фамилию, имя и номер телефона. Ей через спустя 5 минут перезвонили и сказали, что это инвестиционная компания, начинается инвестиция 12 тысяч рублей, можете сегодня прям положить, перевести деньги, и спустя какое-то время, там раз в 2 недели, будут приходить вам 15-25% прибыли. После первого транша в 12 тысяч рублей мошенники предложили взять кредит. Супруги остановились на 900 тысячах рублей. Под учетом того, что будут инвестиции, она будет получать от них прибыль по 25% каждый месяц. В итоге они прекратили выходить на связь. Таким образом, мошенники обманули доверчивых граждан на 912 тысяч рублей. Им пришлось обратиться в полицию. За 9 месяцев этого года зайцы написали 52 заявления в полицию. Раскрываемость такого вида преступлений составляет порядка 20%.